Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. В мире любви отношения известных пар часто привлекают внимание средств массовой информации. В этом контексте часто анализируются отношения между Demet Özdemir и Canan Yaman'ом, одним из популярных актеров Турции. Заявление Demet Özdemir о том, что она хочет продолжить отношения, вызвало большой интерес у ее поклонников и подписчиков. Вот заявление Demet Özdemir о том, что она не хочет расставаться с Canan Yaman'ом, и история любви, которая ознаменовала их отношения. Demet Özdemir известна как актриса, которая следит за своей личной жизнью, а также за успехами в карьере. Их отношения, начавшиеся с Canan Yaman'ом, привлекли внимание СМИ и поклонников. Однако после некоторых домыслов и новостей поползли слухи о том, что пара может расстаться. Сделав заявление перед СМИ после этих слухов, Demet Özdemir отвергла все эти обвинения и заявила, что не хочет покидать Canan Yaman. Слова Demet Özdemir, выраженные эмоциональным тоном, несли в себе следы любви и глубокой связи между ними. Demet Özdemir сказала: «У нас крепкие отношения с Canan, в которых мы поддерживаем друг друга», и подчеркнула, что любовь способна преодолевать трудности. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. В мире любви отношения известных пар часто привлекают внимание средств массовой информации. В этом контексте часто анализируются отношения между Demet Özdemir и Canan Yaman'ом, одним из популярных актеров Турции. Заявление Demet Özdemir о том, что она хочет продолжить отношения, вызвало большой интерес у ее поклонников и подписчиков. Вот заявление Demet Özdemir о том, что она не хочет расставаться с Canan Yaman'ом, и история любви, которая ознаменовала их отношения. Demet Özdemir известна как актриса, которая следит за своей личной жизнью, а также за успехами в карьере. Их отношения, начавшиеся с Canan Yaman'ом, привлекли внимание СМИ и поклонников. Однако после некоторых домыслов и новостей поползли слухи о том, что пара может расстаться. Сделав заявление перед СМИ после этих слухов, Demet Özdemir отвергла все эти обвинения и заявила, что не хочет покидать Canan Yaman. Слова Demet Özdemir, выраженные эмоциональным тоном, несли в себе следы любви и глубокой связи между ними. Demet Özdemir сказала: «У нас крепкие отношения с Canan, в которых мы поддерживаем друг друга», и подчеркнула, что любовь способна преодолевать трудности. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.